Добрый день. Хочу рассказать, какие дополнительные корма, помимо основного зернового корма, я даю своим омодинам и попугаям. Ну вот какие овощи и зелень. Ну, в первую очередь кабачок. Конечно, желательно, чтобы он был дачный. Ну и все я, конечно, мою и даю без кожи. Ну, его на прищепку кусочками. Вот такие салатные листья покупаю в магазине, обычный салатик. Прежде чем его дать, я его замачиваю на полчаса в воде. Вот, потом вынимаю, листья просушиваю полотенцем, чтобы они были не мокрые. И вот тоже вешаю на прищепку, все с удовольствием едят. Это росточки молодой кукурузы. Очень полезный корм, замечательный и любимый. Из овощей и фруктов еще даю грушу и морковку. Ну, морковку в большей степени попугаи любят, а омодины грушу. Ну, естественно, все без кожи даю, естественно, все мою и нарезаю на кусочки, на прищепку. Вот, а омодины грушу просто обожают, очень любят, если сладкая, конечно. Вот в горшочек я набросала овес и пшеницу, они взошли. Вот зелень можно мелко нарезать. Если она вырастет высокой, эта травка, ее можно обрезать и предложить как гнездовой материал. Подсушить предварительно, предложить как гнездовой материал. Любимое лакомство у птичек – это, конечно же, колоски. Ну вот сейчас у меня есть три вида. Это колоски магара, они такие пушистенькие. Еще вот большой светлый колосок – это сенегальская проса фирмы Рио, во всех зоомагазинах продается. И специально я заказывала колоски чумезы. Ну и всех колосков охотнее всего поедается чумеза. Магар как-то не очень у нас пошел, может быть, потому что он вот пушистый и птица мне очень поэтому нравится. Отдельно я покупаю канареечник и пайзу, ну, смешиваю где-то пополам на пополам и в отдельную кормушечку насыпаю. Ну, не каждый день, но периодически для разнообразия питания все с удовольствием кушают. Семена чиа, ну, в общем-то, они очень полезными считаются. Омодины их с удовольствием едят. Попугаи не настолько любят, а вот омодины с удовольствием. Вообще это растение из рода шалфея, и его семена богаты белком. Но недостаток – это цена высокая, поэтому не очень часто балую. И вот такой еще корм купила. Там семена различных трав, ну вот типа разнотравье такое. Ну, с удовольствием птицы ковыряются, хотя я сейчас вот посмотрела, что-то пропало из магазинов, и больше нету его, как-то не встречала. Вот один раз купила только. Также я покупала Melody Mix. Это вот такие разнообразные семена огородных растений от фирмы Подаван. Ну, не могу сказать, что вот их с удовольствием едят, так немножко ковыряются, но вот они у нас не пошли, я больше не буду покупать, видимо, такие. Что касается минералки, ну, понятно, что она все время есть в доступе у птиц. Ну, дополнительно покупаю активированный уголь к ней, специальный птичий. Это минералочка, которую я сама делала. У меня есть видео отдельное, как я ее готовлю, как дополнительный корм. Там много ингредиентов. Вот сейчас не буду подробно на ней останавливаться. Что еще? Вот такие дополнительные корма, как омега, это витамины. Омега-жирные кислоты очень полезные. Насыпаю их в отдельную кормушечку вместе вот со следующими ингредиентами. Сейчас я покажу. Вот гамарус сушеный. Он, конечно, не целиковый, его надо перетереть. Очень любят также птицы аптечную крапиву. Вот, ну, это пакетированное, можно, конечно,
и свою. Я вот какое-то время назад свою использовала с дачи, сушила и перетирала. Широт расторопши, тоже щепоточку я сыплю на крапиву, гамарус и омега. И вот это у меня в отдельной кормушке. Так как птицы любят крапиву и хорошо ее клюют, ну вот остальные ингредиенты, они тоже немножко получают вместе с крапивой. Ну это, в принципе, нельзя сказать, что полный набор. У меня просто нету сейчас коробочки вот морской капусты. Еще в аптеке или в зоомагазине обычно покупаю морскую капусту, вот, и рубленную. Обычные вот эти водоросли, ламинария. И тоже даю птицам, ну, с определенной периодичностью. То есть у них это есть в кормушках. А вот эта водоросль спирулина называется. Она в аптеке продается в таблетках. Я ее измельчаю, вот, и потом уже ложечкой вот отсюда добавляю из этой баночки. Вот, тоже довольно-таки полезная штука. Конечно, полностью морские водоросли она не заменяет, потому что в ламинарии еще есть йод. Ну, как дополнительная зеленая парконка тоже хорошо идет. Ну, пока вот на этом все. Всем пока!